Доброе утречко. Вы, наверное, спросите, я что, сплю с накрашенными губами? Нет, просто я вчера купила такую едкую помаду, которая у меня до сих пор к утру не ушла. В общем, я не смогла ее вчера вечером смыть. У нас сегодня будет очень насыщенный день. У нас заболел Китти. Это такой серый котик большой, про которого все время спрашиваете, путаете его с Кевином. Поэтому мы сегодня поедем за город к родителям. Сейчас встаем, будем быстренько кормить Кевина, возможно, успеем его даже помыть. И потом мы будем кататься с Билькой на коньках и играть в хоккей. У нас Билька хоккеист. Я думаю, этот влог будет очень интересным, потому что в нем будет много зверюшек, поэтому оставайтесь с нами, смотрите, не переключайтесь. Настало время кормить Кевина, он всегда очень активно просит. Самый первый нас будет, начинает орать, просить еду. Иди сюда ко мне, мой зайчик. Чего ты хочешь, Кевин? Кевин, чего ты хочешь, мой хороший? Чего нужно? Что нужно, Кевин? Ну скажи. Скажи всем. Скажи всем, как ты любишь. Ты в домик даже пошел? От того, как кушать хочешь, да? А кто там у тебя в домике, покажи? Снегурка, что ли? Кивусь, даже не отвлечется. Еда это самое для него такое любимое. Когда кушает, всегда мурчит. Кушеньки это самое любимое у нас. Вы все просите у нас снять утро кота, и мы обязательно снимем. У нас уже есть, так скажем, мини-сценарий. Поэтому я думаю, что вот ближайшие несколько дней на канале будет видео про котейку. Девочки, мальчики, скажите, пожалуйста, чем кормить огромного кота моего? Не знаю, что придумать. Так что сейчас будем что-нибудь сочинять ему. Я вспомнила, что Миша у меня болеет. Я ему сделала горячее молочко. Сейчас туда положу масло, мед. А на завтрак мы будем есть вообще вкусности. У нас есть вот такой вот тортик. Ну, половинка. Бабушка нам дала половинку такого тортика. И вот такой вот йогурт. Многие из вас задавали мне вопрос ВКонтакте относительно веры. Мальчик написал, я видел у вас иконы, вы православные, да, мы православные. И бабушка нам дала святую водичку, мы обязательно ее пьем утром натощак. Поэтому я сейчас налью Мише и мне. Мы ее обязательно выпьем. Ребята, я совсем забыла. Сегодня мы еще поедем поздравлять мою нянечку, и у нее есть шиншилла. Это моя шиншилла, она раньше жила у меня, но когда мы начали переезжать, мы ее отдали, попросили забрать Галю, мою нянечку. И вы сегодня ее увидите, она очень милая, такая пушистая, но, если честно, я ее боюсь. Все, зовем Мишу кушать. Котик! Кыс-кыс-кыс! Кыс-кыс-кыс! Иди кушать. Тебе вкусно? Да я торт утром испекла. Привет! О, привет, Муся! Тебя постригли! Ты мой сладкий, ты сразу играть хочешь, да? Ты сладенький! Ну ты мой хороший, давай игрушечку, давай, маме игрушечку, давай, 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 моя киса. Какой ты хороший, подстриженный ровно. Наконец-то. Давай, смотри, смотри, вот это. Чья игрушка, чья игрушка? Неси маме, неси маме, ну-ка неси. Билли Бош, смотри, папа пришел, кто там? Кто там? Ой, ой. Кто там? Кто там пришел? Хорошо, туалет открыла.
Иди сюда, иди, где папа? Где папочка? Он не знает, кому радоваться. Да он тебе игрушку ищет, чтобы принести. Иди сюда, малыш. Где папа? Привет. Поздоровайся. Привет, говорите. Спрячь плед на диване. Бери подожди. Так сразу западай туда. Давай доставай. Белёк, доставай. Ну что, ты не можешь достать? Ну он же вот уже. Вот мой сладенький, болеющий мальчик, да? Билли, не трожь его. Кому куриные грудки? Кому куриные грудки? Кому? Такая же масяшка, а? Как вкусно пахнет, очень. Ну-на. Все? Помоги, Билли. Ищи папу. Ищи папу. Ой, нашел меня. А давай теперь Билли будет прятаться. Билёк, давай прячься. Давай. А как у вас прятаться? Билюш, Билёша, а ты сегодня пойдешь с нами на коньках кататься, как тогда? Билёк, ты хоккеист? Хоккеист. Это ваш сын хоккеист? Да, это мой. А еще Кевин есть. Закопай его. Это папа делал. Это папа делал так. Бери игрушку свою. Вот. Ну, бери. Дали. Билик. Биля. Давай. Иди ко мне. Иди сюда, мышлярки. Папина мимимишка. Я как палец кусает. Билл, папа оббирает, да? Оббирает. Ай, тихо, зайчик мой. Тихо, мой сладкий. Тихо, что тут застряло? Мой маленький. Подожди, лапка застряла. Тихо. Фокус, что ли? Хороший, да. Ну, ничего. Сладенький мой. Что-то запищал так. Сладкий, тихо. Прям преувеличил. Слишком. Как в машине, там помнишь? Там не было видно этого. Как в машине. Китенька, поехали лечиться, мой хороший. Поехали лечиться. Опа. Билли, отходи.
Нет, Китюня, надо, надо, давай. Оп. Давай, Китюша. Давай, давай, заходи. Смотри, какой деловой, а. Чё он? Китик, Китя. Что, вообще не хочет? Давай. Тебя хоть он не убивает при этом. Я его держу. Представь, я такой сделал бы. Давай, Кит. Китон, заходи. Китон. Ладно, здесь поставил. Берешь оттуда. Бери, 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 иди сюда. Иди, мой хороший. Иди сюда. Иди сюда. Иди. Иди, мой хороший. Давай, 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 иди сюда. Иди сюда. Билли, иди сюда. Иди сюда. Тихо. Тихо. Ой, попал. Обманули Китона. Ну-ка, отойди. Отойди, отойди. Билли, Билли, фу. Мы уже едем лечить Китю. Вот он у нас здесь сидит. Очень недовольный. Расскажу, почему мы так его достаточно жестко запихивали в переноску. Он у нас не очень простой котик, он достаточно агрессивный, любит только своих, и то, так скажем, на расстоянии. Уже было два случая, он бабушке прокусил руку до крови, там ужасно все было. Она 2 недели лежала в больнице, потом моей няне в детстве прокусил, ну, в моем детстве прокусил руку тоже достаточно сильно. И, в общем-то, все его теперь боятся, если что-то с ним случается, он заболевает и так далее, приходится ехать нам и везти его в клинику, потому что держать его там тоже никто не может, и в переноску он заходить, как вы видели, не хочет. Сейчас будем смотреть, что с ним вообще случилось, почему все так, я как Ключко разговариваю. Вот, надеемся, что ничего серьезного нету, хотя болеет он уже достаточно давно, и кому не обращались, кто-то, что-то никто не помогает нормально. Вот, Китюш. Тюня, ну не расстраивайся. О, ты спрятался, да? Малыш, ну не обижайся на нас, мы тебя очень любим. Уже купили ему специальный корм, какой-то диетический. Купили всякие витаминки ему. Вот сейчас посмотрим, что скажет врач. Возможно, его придется сразу оставить на операцию там. Но надеемся, что все обойдется. Надо вот так открывать, как мы там открываем. Китя, не переживай. Опа, все. Да, и ты тоже можешь закрой дверь, потому что он тут расслабится. Побега. Побега не будет? Пока не расставится. Все, 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 не ругайся, не ругайся. Ну тут что-то даже есть на пеленке. Он у нас британец, да? Да. И, видимо, чистокровный, судя по поведению. Уж повернуть его, нет, не надо. Пока не надо. Все нормально, Китенька. Все, не ругайся. Такого дыхания дома в покое не наблюдает? Нет, только он всегда переживает. Ну, нам надо с вами сделать узелочек лавы системы. Да, да. Все, все, мой сладкий, все нормально. Походи немножечко, успокойся. Китечка, все хорошо, маленький. Все хорошо. Сейчас УЗИ сделаем, все нормально. Где на всех кондушках? Не укусил, поэтому работает. Просто мы его дальше будем надевать, я подержу как-нибудь. Сейчас.
опасный кот. Кажется, нужно взять в руку по лапке, тоже будет участвовать. Сделали УЗИ. Ничего не понятно пока что. Китти расстроен очень. Сидим, ждем врача. Сейчас нам что-нибудь скажут. Лечение назначат. Расстроен, зол, грустен. Мальчик мой сладенький, маленький. Китти. Так вот. Кто-то там идет, да, Китичка? Китюнька, не думай убегать. Я тебя держу. Бедная зайка. Боится? Жарко ему, наверное. Наверное, жарко. Китичка. Китя. Ну, просто убильки посмотрел, чтобы не так делать. Китя, все надо? Кота напичкали лекарствами. Идем в обе. Выбираем моей нянечке лучший цветочек. И едем к ней. Покажем вам шиншиллу. Я не сказала, зачем мы выбираем цветочек? Потому что у нее день рождения. Я в шоке просто. Я не люблю такие магазины, потому что не могу выбрать. В общем, купили Гале вот такой цветочек. Покажи, вот такой вот цветочек. Сейчас поедем, будем ей дарить его. Надеемся, ей очень понравится, потому что мы старались. Нет. Блин. Хотели купить, не знаю, что это, Dunkin' Donuts. Хотели взять себе холодный кофе со сливками. А у них не работает ледогенератор. Это ужасно, поэтому остались без кофе. Едем к Гале есть торт. Ага. Приехали поздравлять мою нянечку. Тебя увидят 70 тысяч человек. А ты в этом самом, что ли, да? Как Перископ, что ли? Нет. Ютуб? Давай-ка, все, это не это видео. А, ой, привет! Привет, Масяша. Я боюсь ее. Ну туда идите, а то вы здесь прямо ее как-то на рваных обоев-то. Было. Алименты привезла. Это шутка вечная про алименты. А у нас это самое, тетка рядом с цветочным магазин, она звонит и говорит, Галя, приходите за алиментами. Это значит, я прихожу, на ней розы там, которые розочки, хризантемки. Она нам все там это самое. Миш, как тебе? Подтяги. Шиншилка. Ты потрогай, какая она мягкая. Буквально. Потрогай. Возьми ее себе. Ага, возьми. Ух ты, вообще прям такая. Шунька. Такая шла. Это все время так делает или боится просто? Нет, она все время так делает. А, нет? Да, конечно, вон там. Все же нанервничала. Да, вот видишь, как она нервничает. Ой. Так Шуня нервничает. Так, прокомментируй, да? Да, Шунечка. А, Шунечка. Мины разбросаны. А сейчас хочешь посмотреть, как она побежит в комнату? Что у тебя с пальцем? Это я прищемила. Ой, больно стало. Прищемила дверью, сама давай, себе. Куда она побежит? Беги. Что-то пошло не по плану? Да, что-то не туда пошло. Все показать будут. Дверь-то я закрыла. Оп. Ну, блин, я не успела. Ну, блин, я не успела. Что ж, ты чё? Не успела заснять. Духари сидит. Горе. Чего я на кофе? Нет, ты поставь побыли. Куда? Миша, а что ты делаешь? Попробуй ты. Ты можешь не бросать, ты в гостях находишься. Возьми, возьми. Ты достала меня. Как ты так делаешь? Так, просто берем и держим. А что ты делаешь? Она еще пониже уходит. Шиша, ты такая сладкая, да? Шуня. Шунечка, тебя можно потрогать? Да. Я тебя уже боюсь немножко. Да, вот так вот смотрит в камеру. А хвостик какой у тебя пушистый. Хорошая девочка. Ребята, мы с Мишей сейчас на катке, и к нам пришел Билька.
Сейчас. Сейчас будет кататься на льду. Фу. Сейчас Билька будет с нами кататься. Билек, идем. Билечек, побежали. Да. Ай-яй-яй, осторожно. 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 Билюня. 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 Потрогал. Угоняет, гоняй, давай. Не трожь я шайбу, сейчас он. Давай, давай. Ну давай, бери. Бери, хоккеист. Биленька, что ты принес маме? Ну-ка, давай, давай, дай маме. Биля, это шайба? Беленька, это шайба, да? Покажи, дай маме. Ну дай маме, дай маме. А мама как тебе будет бить, если ты не... Не отдаю! Отдай! Буся! Буся, дай шайбу! Мы играть не можем из-за тебя! К бабушке понес! Белечек, дай маме шайбу. Биля, дай маме шайбу. Мы играть. Биля, иди сюда, мой зайчик. Ну-ка, дай мамочке шайбочку. Может, она вам к дубу прилетит. Биля, ты куда ушел? Биля! Биля, ты что, с ума сошел, что ли? Иди сюда. О, иди-ка при... Она тебе не даст, правильно? Да. Биля, смотри, что у меня есть. Где там папа? О, какие ты! Давай, Белёчек, бери, бери, твоя, все. О, папа отбирает. Дай я тебя вытру, Зая. Зая, дай я тебя вытру. Дай. Ну, посмотри, ты весь уже, в снегу. Киса моя. Что, хоккеист? Может, тебе школу хоккея отдать? Ребята, есть школа хоккея для животных? Напишите об этом в комментариях. Ну, сладкий мой, ну все, все, все. Ладно, иди, давай. Давай, иди, кидай себе. Хочешь, папа с тобой поиграет? Вот смотри, сейчас отберет у тебя билик. Плачет еще. Это не получается. Белек! Все, мы уже уходим с катка, потому что мы уже накатались. Пойдем, зайка. Пойдем, мы хорошие. Так, за Бильку вы обязательно должны подписаться на нас, понятно? Не то, чтобы подписаться, а триллиард лайков. Ты куда пошел, хоккеист? Пойдем, малыш. Пойдем, сладкий мой.
Давай бери свою шайбу. Не берешь шайбу, Билик? Да. Что ты меня нюхаешь, Кевин? Соскучился, Зайка, да? Соскучился. Ребята, влог наш заканчивается ровно так же, как и начинался, кормлением Кевина. Помыть мы его уже не успеем, потому что мы приехали домой в 12 часов ночи. Китхе мы сегодня дали лекарства. Нянечку мою поздравили, на коньках покатались, Билька в хоккей поиграл. Скоро я снова поеду проведать Бильку, бабушку, маму, конечно же, и всех-всех-всех. На тебе целых 3 штучки, доедай. Не спеши, не спеши, Кева. Все, кто справился с заданием, естественно. Все, Кевочка. Давай, говори всем пока. Кивулька, хватит кушать. Говори всем пока. Говори. Говори. Пока-пока, зрители мои. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Давай, поцелуй. Ну-ка, поцелуй. Ну, поцелуй. Вот, умничка.